Блин, как же тут много скидок. И на это, и на то, и на то, и на то. Ух, класс какой, еще и 33%. Но меня интересует кое-что другое, а именно Farrarm ATF-12, который можно покрутить за короны. Ну что, поехали крутить коробочки за короны. А пока не будут крутиться, всем привет, с вами Батумели. Такую акцию на европейском Warface я уже вижу второй раз. В первый раз у меня было очень мало корон, чтобы испытать свою удачу. Но зато сейчас, когда я накопил 44 тысячи варба... 44 тысячи корон, просто грех не покрутить эти коробки удачи. Может быть, даже мне еще и золотой упадет. Возможно, наверное. Фиг там. Хотя бы обычная версия упала бы. Так, ну чё там? Ну чё, а здесь у нас чё? И здесь у нас ничего нету, блин. Сколько там уже скрутил? Так, около 8 тысяч, да? 8 тысяч корон, блин, 8 тысяч корон. На 8 тысяч корон можно было поиграть 2 недели с АС-50. Или же так, одну неделю с АС-50, а вторую неделю с Айгой 12С. Что-то мне... Что-то плохо мне что-то. Да, конечно, с SVK мне было полегче. Там хоп-хоп и все, сразу же обычная, а потом золотая версия. А здесь что-то очень все с трудом идет. Здесь на что? Ножи, мины, скины, еще какая-то фигня. Так, ну ничего, пока у меня короны есть, все-таки не буду падать духом. Что-нибудь да выкручу. Хотя я не исключаю того варианта, что мне вообще ничего не упадет. Например, как сейчас. Опять дымы, опыт, скины. На что мне так много их? Я хочу фарарм. ATF-12. Но если мне ничего не упадет, и с таким-то опытом, который мне тут падает, я скоро апну звание и стану серебристой птичкой, у которой будет 159 мин. А остальное мне нафиг не нужно. Главное, мины. Мины, опыт и ножи нафиг. Вообще какая-то фигня падает, а? Все, кроме того, чего я хочу. Ну а здесь у нас что? О, сколько мин. Одно счастье, одно удовольствие. Ну а здесь? А здесь у нас... Ну да. Ну, давай, давай, коробка удачи. Крутись, крутись, крутись. Так, раз, два, три, четыре, пять. Открываются 5 коробок. И там у нас... Короче, у меня уже должно скоро звание апнуться. Так что буду качать звание. Ну нафиг этот фарарм. Он мне нафиг не нужен. Блин, даже мин нету. Вообще какая-то... Плохо очень пока все идет. Хреново. Да, блин, опять. Опять фигня какая-то. Все не то. Ну, звание. Вот сейчас. Открываю 5 коробок и новое... Нет, блин. Пока рано. Ну, значит, вот после этих 5 коробок точно звание апну. Так, пам-пам-пам-пам-пам-пара-п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 а-
пять знаков и этот, как его, анакон. Ну, с таким-то званием, с таким-то хорошим настроением можно докрутить все оставшиеся короны. Ну, конечно, в идеале что-нибудь чей выбить, но, ах ты, долбаная коробка удачи, чтоб тебя за ногу. Ну все, короче, я хочу выбить вот это вот золотое чудо, ну или на крайний случай обычный вариант, и это будут мои последние 5 коробок.
наконец-то же! Упал он мне с 35 тысяч корон. И я думал, что он мне упадет все-таки чуть пораньше. На золотую версию я вообще особо не рассчитывал. Ну а насчет того, крутить коробки удачи за короны или нет, ну смотрите сами. Если же у вас их много, то можно опробовать. Если же мало, то не советую. Ну а с вами был Батумели. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока.